А вот столичный спорткомитет и Махачкалинская федерация футбола наградили победителей и призеров чемпионата города Махачкалы по футболу сезона 2021. В этом году почетный трофей достался футбольной команде из сепараторного поселка. Серебряные медали завоевала сборная тренеров Республиканской детской юношеской спортшколы Миноборнауки Дагестана. Бронзовые медали у команд Политех РДЮ США и ФК Карлан-Юрт. Также все четыре коллектива получили путевку на участие в Лиге чемпионов Дагестана по футболу, которая пройдет в декабре. Наградили триумфаторов руководители Махачкалинской федерации футбола и детско-юношеских спортшкол, известные футболисты, тренеры и представители столичного спорткомитета. В завершении мероприятия вручили благодарственные письма за содействие в проведении столичного чемпионата по футболу. В этом году, вы знаете, в стране, в мире такая эпидемическая сложная ситуация, но тем не менее мы нашли возможности на открытых футбольных полях, соблюдая все санитарные нормы, провести этот чемпионат города и определили чемпионов столицы Дагестана. Хочу поблагодарить Александра Шотовича Маркарова, который ежегодно душой и сердцем болеет за футбол, развивает футбол. Также хочу поблагодарить заместителя министра спорта Будуна Хачубековича Будунова, который безвозмездно, без всяких проблем предоставлял стадион «Труд». Сегодня мы чемпионы, альхамдулля, так сложилась судьба, мы рады, довольны. В первую очередь, пока не забыл, хотел поблагодарить Джамала Пайзудиновича и Александра Шотовича за организацию этого турнира. Ребята относятся все серьезно к этому, играют многие бывшие футболисты, даже не, ныне действующие футболисты. Вот. И сегодня так получилось, что мы стали чемпионами, альхамдулля. Не зря старались, тренировались, шли к этому.